Кит, разве это было не чудесное местечко? Великолепный снег, отличная погода, шикарный отель и такой милый персонал. Лучше признайся, Майкл, что тебе там так понравилось, потому что ты был единственным постояльцем, которому не нужно было соскребать. Ох, а ведь и верно. Надеюсь, холод не испортил тебе отдых? Конечно, нет, Майкл. Это было хорошей возможностью протестировать кое-какие мои инструменты при таком... Великолепно. Каково расчетное время нашего прибытия в блок? Ну, поскольку ты захотел использовать объездную дорогу, нам придется ехать целую ночь. Я предлагаю тебе переключиться на автопилот. Тогда ты сможешь отдохнуть, а вождение... Ну, я так и планировал. Майкл, эта дорога выглядит заброшенной. Не волнуйся так сильно. Я знаю, ты бы предпочел придерживаться автобана, но тогда бы мы не увидели всех этих красивых пейзажей. Ты только... Майкл, прости, что перебиваю, но это может показаться важным. Мои сенсоры обнаружили, что по направлению к нам быстро движутся несколько... Что это за... Это ракеты, Майкл. По моим подсчетам, столкновение произойдет через 10. Убираемся отсюда быстро! Я тоже так думаю. Быстро!